Друзья, всем привет! С вами я, Давид, вы на канале Храбрость Жизни. Друзья, я еще в Москве снимаю видео у дяди Вартана. У Нана. У Нана. Два брата держат голубей. Вот, расскажите о своих голубей. Я не буду ничего рассказывать, потому что у вас первый раз в гостях. Вон, смотри, что делает. Все вроде. Вот это да. Все. Здесь вот все эти щеки и три пара эти головастики. Щекаты. Колобан их шейхами называют. Да, колобан? Да, да, шейх. Как летает колобан? Расскажи. Красивый. Эти шейки все давнейшие линии, очень давнейшие. Хорошо летают. Игра столбовой. Долго летают очень. Легко. Вот, крылья легкие вообще. Давно их разводите? Да, уже лет 30. У меня все голуби как лет 30 вот сюда привезли. Все, я чужих не беру. Вот. Вся своя линия. Редко, если, очень редко, если какого-то чужого голубя взять, чтобы кровь подлить. На масть смотрите или нет? Да, вот здесь вот этих шеек на масть, они могут такие хорошие печатки дать, либо всякие мелкие точками, они разные дают. Их вибраковать нельзя никак. Почему? Ну, он, видишь, какой красивый шеек, да, вот. Угу. Он может дать вот такой, а вот маленькие точки, угу, они могут печатные шейки давать. Сейчас я тебе другие шейки покажу. Пойдем. Бомбочки белые мои. Играет. Вот, смотри, как играет. Этот на разнобой потом отсадить будет. Их много слишком. Очень много голубей, Давид, около 800 штук.